а ты хоть раз в жизни падал с поезда? Падал. Да ладно. Ну, было. Мне было лет 16, наверное, вот так вот. Ездили мы на турпоезде. На турпоезде? Турпоезд. А, бронепоезд. Бронепоезд, а. В твоей стихии, Слав, я знаю, бронепоезд, да. Ну, там Черкассы, Севастополь, там это все. Турпоезд, И вот в хохлянской вот этой теме я попал, елки. Вот. А что случилось хоть? Ну, водочки я хотел купить. И вывалился из окна? Ага. Или за руки вытащил? Меня вы оттуда. Кто? Ну, такие господа украинцы такие. А что, слуга, как, что получилось-то хоть? Ну, ехали мы, ехали. Ну. Зашел я покурить в тамбур. Ну. Ну, говорю, сколько вам денюшек, чтобы водочки-то принести. Ага. Вот. А я в то время борзый был тоже. Ага. Да ты еще. Они мне нахуй. Ну я их нахуй. Ага. И все, блядь, ёпт. И очухался я, ёпт, нахуй, где-то под Севастополем, блядь, ёпт. Они еще тебя избили, что ли? Ну конечно, я. Из поезда выехал. Да, да, да. Из поезда выехал. Да. Ничего не сломал ты себе. Нет. Ну, ну, ссадины там, вот это вот. Ага. Ебло, блядь, ёпт. И хуя, а что ты делал-то потом? Потом к ментам подошел, ёпт. Иск объяснил им ситуацию. Ну да. Ну они что? Ничего, ёпт. Казали, иди нахуй отсюда, так же. Посадили, ёпт. Куда? Паровоз, нахуй. Ёпт. Догоняй свой турпоезд. В Орел, ёпт, ебашь. А, в Орел обратно. Да. Это так ты путевку проебал. Ну тут. Да, типа того, ёпт. А что они турпоезд догонять? Не поехал. Ага, догонять. И где он хуй его знает, ёпт? Как Столыпин кружится по России, да, да, блядь, этот турпоезд. До сих пор. До сих пор, блядь. Я последний, блин, вот как мы, вот Черкассы, Черкассы такой город, ёпт. А там у них, значит, это, вот эти, ну, как у нас Орловское Полесье, да, у них такая же хуйня, ёпт. Орловское Балбесье. И вот эти вот у них быки ходят там, ёпт. Зубры, зубры. Зубры, блядь, ёпт. Ну, да, и малый, блядь, один. У нас, блядь, наглый, блядь, на этого зубра, блядь, и у него этими веточками ему поеблет. Он его хотел разозлить. А тот смотрит, смотрит, ёпт, такой раз. А тот стоит такой, ха-ха-ха-ха, дурак, и вот так за эти, блядь, держится, блядь, понял? Ну, понял, понял. За эти, блядь, за клетку, нахуй, держится. Ай, блядь, бычок, ёбаный, блядь, и на тебе, ёбаный. А бычок стоит и смотрит, ёпт. А бычок пиздец, там рожки вот такие маленькие, ну лоб у него ебать, ебать нахуй. А этот стоит, смотрит, ёпт. Бычок подошел, блядь, ёпт. А этот как держится, он прям подошел там, ёпт, нахуй. Албом. Опа. 4, 8 переломов, нахуй. Ну, сломал пальцы ему. Ну, я понял, понял. Он как держался, блядь. Ага, а лбом придавил. Подошел, блядь, раз нахуй. Еще провернул. И вот так вот у ее... А стоит, орет. А что он орет, ёпт? Дурак, ёпт. Ну да, совсем ничего. А бычок, ёпт, стоит, а он, блядь, у него хребет, ёпт. Ну да, там зверь. Там, блядь, хорош нахуй, ебать, ёпт. Бизон. Ну они, да. Ну типа того, да. Чуть поменьше они. Украинский ну, бизон. Ну не особо он здоровый-то, ёпт, бык-то. Как, ну блин. Ну, единственное, как, у него голова же такая вот эта, рожки вот такие, ну, вот, да, закорюченные. Я человек одного такого. Закорюченный. У меня лоб такой здоровый. Бля, ну он, бля, малый не дурак, этот бык-то, ёпт. Подошел, блядь. Нет, ёбнут просто, ёбнут. Подошел, блядь, и хуяк, типа, хуй ты на меня пиздил. Блин, Юр, у тебя бы такой лоб был. Походил бы. А это стоит, орёт, ёпт. Шурудил бы кругом. Шо он орёт, ёпт, хуяк, орёт, орёт, ёпт. Орёт, орёт, ёпт. Раз, блин, а бык взял, отошел и попиздил, ёпт. А это наша, это, ну, баба, ну, которая, мы же дети. Ну, понятно, которая с вами. А это стоит и пиздец, ёпт. Ай, бубо-бубо-бубо, блядь, мимигули, нахуй, ёпт. Вообще, нахуй, хана, нахуй.
хуякс, ёпта, они пальцы, блядь, вот так вот, ёбни нахуй, они отвалятся, ёпта. Пиздец, к этому раз.